Нальчик получил обновленный живой календарь. Подарок жителям столицы республики преподнесли сотрудники горзеленхоза. Причем сделали они все собственными руками. В первую очередь снесли тумбу. Название города ныне располагается там, где раньше были названия месяцев. Буквы июня спустили ниже. Слова обрамлены камнями и цветами. Теперь, говорят сотрудники горзеленхоза, самое главное, чтобы растительность принялась. Календарь украсили также тремя агавами из теплиц. Им уже больше 10 лет.